Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас мега крутой заказ от компании Faberlic. Распаковочка, сводчи, куча новинок. Крутые вообще продукты из линейки Glam Team. И для души будем с вами тестить мышку и так далее. Много всего. Оставайтесь со мной до конца. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не забыть сделать этого в конце. Нажать колокольчик и поставить лайк. По традиции все самое вкусное и классное оставляем напоследок. А вначале покажу вам продукты бытовой химии. Здесь у меня два мыла для кухни, устраняющие запахи с ароматом кофе. Давно жду, когда именно кофе появится у нас на скидках. Артикул его 112.11. Аромат мне нравится безумно, заказала себе аж две штуки про запас. Он ненавязчивый, слегка-слегка кофейный, на посуде не остается и на предметах обихода каких-то, да. Устраняет запахи прекрасно, состав потрясающий. Свою кухню уже без этого продукта, девчонки, не представляю, поэтому он у меня должен быть в запасе и всегда. Также давно жду продукт Винотоник по скидке, мой любимый, мой фаворит, мой просто обожаемый. Артикул его 117.33. Здесь 75 миллилитров. Заказала две штуки, потому что в каталоге при покупке двух продуктов с определенных страниц, да, серии «Эксперт Фарма», действовала скидка «Желтые ценники». Он где-то в 119 рублей, минус скидка консультанта, обошелся. Взяла себе два про запас. Не хочу просто, девчонки, больше не хочу экспериментировать, потому что он крутой. Через две минуты уже после нанесения буквально ножки ваши приходит в порядок, усталость снимается, хочется летать, парить. У кого есть варикоз, кто страдает этой проблемой, еще не пробовал этот продукт, я вам настоятельно рекомендую. Но он крутой. Аналогов пока я не нашла, хотя практически каждый месяц по продукту для ног тестирую. Этот лучший. Гель для бритья у меня заказали, это 8-й элемент, он как-то совсем дешево был в каталоге, артикул 81.47, он тоже классно пахнет, нормальный такой обычный гель для бритья, дешевле 100 рублей он точно в каталоге. А у нас все запечатано, вы видите, да, Винотоник, все у нас запечатано, все приходит, не придерешься. Аромат у 8-го элемента классный, мне именно вот этот вот голубенький нравится, поэтому почему бы и да. Повторяю зубную пасту для детей из линейки Техно Kids, это 6+, груша, артикул ее 23.59. Паста супер. Девчонки, мы позавчера проходили медосмотр к школе и были у зубного, и она крайне удивилась, сказала, у многих детей сейчас зубки прям плохие, питание не то, да, чипсы, сухарики, сладкое и так далее. У нас вообще ни одной проблемы с зубами нет. Она сказала, такие белые, такие здоровые зубки, вообще это редкость. Конечно, здесь и генетика, но пасты эти я хвалю всегда. Они идеально очищают зубки, убирают налет. Пасты приходят у нас зафольгированные. Я уже отодрала. Она вот такого зелененького цвета, пахнет мне больше яблоком, а не грушей. Ну, что-то средненькое такое. Я пробовала их на себе. Налет убирают на ура. Зубки очищают, все супер, чувствительность не повышают. Пасты, девчонки, огонь. Сейчас на скидках рублей 50. Вот такой чай у меня заказали, травяной сбор «Спокойной ночи». Состав ромашка, валерьяна, иван-чай, пустырник. Отличный состав, просто огонь. Я не очень люблю чаи эти сама лично, потому что, ну, пустырник горчит, иван-чай тоже. Я предпочитаю пустырничек, допустим, пить в таблетках, если он мне нужен. Артикул этого чая 151.16. Состав прекрасный, почему бы нет, как бы, вот. И цена тоже довольно бюджетная. Дальше, девчонки, новинки прошлого каталога, у меня их тоже заказали. Я бы себе такие брать больше не стала однозначно. Зеленый сон в зимнюю ночь, который у нас должен пахнуть елкой, ею не пахнет отнюдь. Артикул его 24.90. Он похож для меня лично больше на оливу и бергамот. Я не чувствую здесь хвои никакой. Вообще никакой. Мне не нравится этот аромат. Я перелила его в баночку из-под жидкого мыла и поставила мыть руки. Мыть тело таким гелем для душа не хочу, вот именно из-за аромата. И второй я еще не брала. Я брала розовенький, если вы помните, гель для душа «Апельсинка». Вот так он выглядит. Артикул его 24.91. На подарок очень даже симпатичный. И цена у нас там по каталогу 79 рублей. Ну, классно. «Апельсинка». Больше пахнет мандаринкой. Но этот аромат гораздо приятнее, чем зеленый. Если у вас стоит выбор гель для душа, на подарочек какой-то хотите, берите либо розовый, либо вот этот апельсинку. Зеленый вообще не советую. Здорово пахнет, сладенько. Чувствуется аромат цитрусов. Девочки говорили, по-моему, он тоже похож на какой-то аромат то ли бьюти-кафе, то ли еще что-то. Но он, по крайней мере, приятный. Кисть для румян у меня заказали. Артикул ее 110.98. У меня есть такая.
Точь-точь вот так она выглядит. Видите, даже в румяшках. Я не перестаю восхищаться кистями Faberlic, они мега крутые. А сколько я не пробовала, заказывала на AliExpress, в других каких-то компаниях, лучше кистей Faberlic не нашла. Мне кажется, это для визажистов, даже профессиональных, будет очень классное решение вот пользоваться именно такими кистями. Они набиты хорошо, из них ни один волосок за все время использования у меня не вылез. Они очень мягкие, им такое удовольствие работать, девчонки, это просто кайф какой-то. Я почти всю коллекцию уже собрала этих кистей и... Лучше их не встречала. Смотрите, как они набиты. Довольно упругие, но в то же время крайне мягенькие. Лицу приятно невозможно. Еще из бытовой химии у меня на заказ универсальное средство для мытья полов. Я, кстати, его не брала. Девчонки, напишите, пожалуйста, как вам. Мне мои знакомые, которые давно Faberlic, говорят, что меньше садится пыль на пол. Но она как бы на пол садится, возможно, меньше. Но она из комнаты-то никуда не девается. Она, значит, будет в воздухе или на каких-то других поверхностях, да? Мы же этим средством форточку себе не зальем. 112-17. Артикул этого средства. Сейчас с вами запах понюхаем. Запах такой освежающий. Одушка еле уловимая, парфюмерная. Свеженький прям такой, хороший. И второй продукт – это средство для мытья посуды, концентрированное с грейпфрутом. Я уже брала именно с грейпфрутом. Очень неплохо пахнет. Артикул 118-30. Классный, сладенький грейпфрут такой, да? Подсахаренный слегка, скажем так. Средство для мытья посуды у нас так же, как и средство для мытья полов, безопасное для животных и для аллергиков. 0+. Оно концентрированное, каждый разводит как ему удобно. Я смотря от густоты средства. Грейпфрут достаточно густой, его я точно развожу пополам. А малинка сейчас у меня, она жидкая, я его не разводила. Яблоко вообще самое густое, его я разводила 1:3. И 5 месяцев пользовалась вот таким баллоном. 149 рублей цена каталога, плюс скидка 119 рублей, он выходит на полгода, девчонки. С учетом того, что отмывает посуду до скрипа, нет сильной какой-то отдушки, да, которая на ней остается, и безопасность. Поэтому тоже свой дом без этого средства не представляю. Ну что, переходим к самому интересному. Остались у меня здесь уже одни новиночки. Давайте начнем с вами с вот такого геля освежить. Какого геля? Ну вот какого геля, да? Вы видели когда-нибудь гель-освежитель или нет? Начнем с вот такого спрея-освежителя. Это у нас новинка в линейке спреев «Ананасик». Кто не знает, наши освежители безопасные, увлажняют воздух, классные, в общем, все супер. Состав тоже безопасный для животных домашних и так далее, для аллергиков. Артикул его 118-11. И сейчас мы с вами его потестим. Здесь у нас такой клапан от деток, можно закрываться, открываться. Он довольно жесткий, не каждый ребенок справится. Ой, класс! Ананасовой карамелькой пахнет. Неприторный аромат. Сладенький, но неприторный. Класс. Вообще супер. Знаете еще, чем пахнет? Ананасовой газировкой. Если пили когда-нибудь, знаете, такую вот Леда раньше была, да? Вот ей пахнет. Ну, классно. Будет слегка освежать помещение вот этот аромат. Сладкий, но в то же время освежающий. Девчонки, я очень довольна. Мне нравится. Он у меня теперь будет в фаворитах, как и имбирный пряник. Ой, а из бутылки прям хочется хлебануть, ей-богу. Так что берите смело новинку. Круто пахнет. Светильник. Девчонки, светильник очень красивый. Декоративный ночник. Великолепная мышь. К Новому году подарить ребеночку вообще супер. Так, я уже покупала подобные светильники в Фикси. Артикул его 119-66. Я знаю, что они из себя представляют. У меня его заказали. Но я его открою, все равно мне разрешили. Да? Здесь у нас вот инструкция, все написано, не запутайтесь. Смотрите, достаем. Достаем, говорю. Он у нас на двустороннем скотче, я так понимаю. Да, девчонки, слушайте, он тут приклеен, ети его, мать. Он отлетает, слушайте. Смотрите. Сейчас разберемся. Он у нас приклеен к коробке. Блин, вот не удастся вам показать как следует. Смотрите, в общем, вот что он собой представляет. Это такой тонкий пластик. Слышите, шуршит? Внутри у нас вставлена такая отражающая фольгированная картонка.
мышь эта будет просто висеть на двусторонний скотч, который приклеплен к вот этой бандуре с батарейкой. Вы крепите его к стене, куда вам удобно. А чтобы он заработал, нужно потянуть вот за эту полосочку пластиковую, да, и батарейки у нас откроются. И вот тут есть красная кнопочка, которая заставит мигать наши три лампочки здесь, смотрите. Три лампочки. А вот это вот лампочки, они надеваются сюда внутрь ночничка. И вот так вот на скотче у вас на стене он висит, ребенок вот так щелк, кнопка посередине, по самому светильнику щелк, и он будет гореть. Свет будет, я так понимаю, таким мягким, потому что красный, да, он не будет раздражать, это именно хороший такой классный ночник. Я брала уже две штуки, наверное, таких фикси, давно, кстати, не завозили, там гораздо бюджетнее, это понятно, а суть та же самая, там тоже три лампочки, к стене на двусторонний скотч, на кнопочку ребенок нажимает, светится, мышка просто болтается, висит, у нее здесь, смотрите, объемный такой, объемное украшение тоже приклеено на поролончик, да? Вот так выглядит. Тоненькая такая сама мышулька. Пластик, наверное, да, тоже тонкий. Мило. Мило по-новогоднему. Очень будет, мне кажется, украшать интерьер, создавать какой-то уют, красное свечение, да, рядом. Елочка, ну, супер, супер. Нет, задумка, молодцы. Фаберлик давно пора. Конечно, можно было и чуть подешевле, потому что, ну, себестоимость этих ночников рублей 50 от силы. Вот эта конструкция строит. Материалы самые дешевые, как бы. Он такой рельефный, что ли, если вам видно, да? Вот. Так что вот такой, девчонки, светильник. Классно, классно. Размеры сейчас вам скажу, если непонятно так, как я показываю. 23,5 на 16 на 1. Срок службы 12 месяцев. Ну, там батарейки круглые, будем менять, будет работать, да, в комплекте. Откручиваем отверткой всю эту конструкцию и кругленькую батареечку, не знаю, сколько там штук, не видно, девчонки, вставляем. Так что вот так. Следующий продукт, который вы просили меня потестить и показать, как она выглядит вживую, это мышь, мягкая игрушка. Я думала, немножко побольше будет, ну вот настолько. Ну, в принципе, нет, смотрите, размер нормальный, да, вот моя ладонь, как две ладошки, как полторы ладошки, да. Артикул ее 118-47, это у нас тоже великолепная мышь, размер 30 на 16 на 7. Этикетка, если кому интересно, жмите на паузу. Это мой заказ, я заказала дочери, она еще об этом не знает, поэтому смотрим. Но мышь вообще крута, просто. Золотая цепь это, с сыром, по-любому год будет удачный. Будем богатеть. Ну, классная. Я видела обзор, у кого-то приходило с дефектом на коленках. Нет, у меня все прошито хорошо. Вот такая вот цепь, она с глазами закрытыми, да, такая стоит, смотрит в сторону, я струя. Ну, классная мышка. У меня все прошито нормально. В самом вот только сырке торчат какие-то белые ниточки. Да, вот сам сырок как-то не очень. А так вроде больше никаких нареканий. Смотрите, на попке у мышки логотип Фаберлик. Не стирать, ничего с ней не делать, дышать на нее. Вот, на попке. Прячем его, некрасиво. Ну и сама мышка. Все у меня прошито нормально. За исключением, да, этого сырка. Вот шейка. Кофточку эту, кстати, можно снять, но ее не снимешь из-за того, что голова большая. Она на шее сидит плотничком. А так она не пришита к телу. Тут хвостик продет, как бы ее можно снять. Вот такой хвостик. Такие ножки. Красная велюровая платьице. Цепочка выполнена просто из золотых ниток. Они мягкие. Вот такая мордочка. Глазки прищуренные. Девчонки, смотрите. Смотрите, вы просили у меня на нее обзор. Я, в принципе, довольна. Мышка неплохая. Поставить под елочку как символ года очень симпатично. Стиляга просто. Мышка-стиляга. Мышка такая крутая, не хухры-мухры. Интересно. И красный цвет, тоже красный цвет, кстати, богатство, поэтому, ну, мне кажется, хорошая. Хорошая задумка у Фаберлик и неплохая игрушечка. Ребенку наверняка будет приятно. Она еще не видела, я думаю, обрадуется. Ну, вот, девчонки, со всех сторон вам ее еще раз показываю, чтобы вы разглядели, что она из себя представляет. Вот такая вот мышенция. Вот.
из линейки Superfood. Взяла себе потестить тоже ананас. Люблю я эту отдушку, я думаю, вы уже заметили. Это смузи для душа. Артикул его 54-53. Состав. Кому интересно, ставим на паузу, читаем, да? Небольшие такие флакончики по 215 мл. Ну, как небольшие, они просто квадратные. Если у нас обычный гель для душа плоский, да, этот квадратный. 215 мл – это нормально. Гель для душа не запаянный приходит. Может его кто угодно понюхать. И пахнет он практически абсолютно так же, как и этот освежитель. Меньше сахара. Есть какая-то кислинка. И чувствуется, что это йогурт. Девчонки, по консистенции. По-моему, этот продукт густой такой. Смотрите. Вот какой он густой. Видите? И здесь есть какие-то... Нет, не хлопья. Я не знаю, что это, девчонки. Видите, белые? Какая-то неоднородная текстура. Какие-то кусочки здесь есть. Это что, ананас? Девчонки, это не ананас. Привет, я смузи для душа. В моем составе ананасовый сок и семена чиа. Это семена чиа с уникальной высокой концентрацией питательных веществ. Дарю положительные эмоции, оказываю детокс-эффект, заряжаю кожу витаминами, а еще я веганский. Так что, девчонки, это у нас ананас и семена чиа. Я уже весь гель для душа делала, надо быстрее это все дело смыть. Я дополню еще свой отзыв, скорее всего, в Инстаграм. Если вы не подписаны на мой Инстаграм, проходите по ссылке. Она всегда внизу видео присутствует на моем канале. А в Инстаграме я по отдельности тестирую эти продукты и выкладываю уже полноценный отзыв. Сушит, не сушит кожу и так далее. В общем, будем пробовать. Карандаш для бровей. Это не новинка, затесался он туда в декоративку. Карандаш для бровей в оттеночке Soft Brown 55-28. Вот, девчонки, отсвечивает. А, цена была одна и бюджетнейшая, захотелось мне его попробовать. Знаете, я вот сегодня им оформила свои брови. Смотрится достаточно натурально, но не нравится он мне, как карандашки от Эвелин тоже полишивит. То есть, если по одному месту возюкать, сейчас попробую вам показать, получаются катышки. Блин, я его уже искрасила почти весь. Цвет классный, видите? Он слегка плешивит, и он твердый. То есть в каком-то месте прям кусочки налипают на кожу, да, в каком-то месте, а какое-то место прокрашивается плохо. Поэтому качество... Ой, вообще ужас, вот сейчас делаю, смотрите. Это потом все щеткой прочесывать, вычесывать крайне неудобно. Я, конечно, его как-нибудь допользую. Не знаю, конечно, как. Может, как подводку для губ. Ну, посмотрите. Но это вообще отстой. Так что карандаш, конечно, я такой взяла зря. Повторять больше не буду. Благо, цена была бюджетная. И как бы вам не советую. У меня в заказе женский аромат Валькирия. Он пришел в слюде. Артикул его 3058, и это не мой заказ, поэтому, к сожалению, я вам не могу его открыть и показать. Но вы и так все видите в каталоге, а описывать ароматы я считаю крайне ненужным и бесполезным делом, потому что, ну, каждый аромат на каждом раскрывается по-своему, это во-первых. Во-вторых, я вам сейчас опишу, вы все равно не поймете, ноты, что ли, я буду эти читать, или что я чувствую. Нет, нужно заказывать пробник и тестировать, наносить на свою кожу и смотреть, как он раскрывается и какой шлейф именно на вашем теле. Потихоньку подкрадываемся к самым интересным продуктам. Тушь. Тушь Makeup Your Days. Твои дни, да? Это новиночка. Вот так она выглядит. Экстремальное удлинение заявлено. Артикул ее 52-48. Фокус. Не хочет. В такой коробочке она приходит. Никак не запечатана больше. Вот, как бы... Вот. Что вам могу сказать? Все, никак не могу подойти к главному. Девчонки, это просто огонь. Она наикрутейшая. Она сейчас у меня на глазах. Это просто эффект «хлопай ресницами и взлетай». Да? Видите? Почти до бровей. У меня сейчас заканчивается белорусская тушь. Я думала, куда лучше, да? Белорусские туши знают многие, любят многие. Very Berry, ваш Оскар в любимчиках у меня тоже.
это превзошла все эти туши, перечеркнула все просто мои к ним положительные эмоции. Она обалденная. Ресницы длинные, без паучьих лапок, без склеивания. У меня здесь три слоя. Прошу обратить внимание, с первого слоя я была уже просто шокирована. Такая хоп, а у меня ресницы в два раза больше. Девчонки, это прям вот я красилась и обалдевала. Вот так выглядит кисть. Она похожа очень на белорусскую, которую я сейчас допользую, она у меня подсыхает. Очень похож. Я не знаю, что здесь такого, за счет чего она так круто удлиняет. Эта тушь однозначно номер один из тех, что я пробовала в своей жизни просто. Она наикрутейшая, девчонки. Ей можно с одного раза как создать естественный, да, образ. Вот у меня три слоя, да. Просто феноменальная тушь, лучшая всех времен и поколений, которые я пробовала за всю свою жизнь. Крайне рекомендую вам к ней присмотреться. Цена у нее 300 с чем-то рублей со скидкой, по-моему, 200 с чем-то. Я эту тушь купила бы за 1000, серьезно. Матовая помада Glam Team, которую вы наблюдаете на моих губах все видео, это у нас оттеночек 404-70. Сейчас я найду ее в каталоге и покажу вам по совпадению. Девчонки, если бы я не видела обзор именно на эту помаду, на этот оттенок, я бы ее не взяла. Потому что, ну, в каталоге она кажется... Цвет называется коричнево-бордовый. И я вот думала, что она будет как-то слишком темновато или коричнево смотреться. Нет. Смотрите каталог и губы. На моих губах даже темнее, да? Сейчас сделаем с вами свотч. Вот так она выглядит в стике. Довольно приятный цвет. Мне кажется, многим он идет. Слегка освежающий. Кисточка, девчонки, наиудобнейшая просто. По форме губ, но она просто шикарная. Так мне нравится, когда прокрашиваешь уголки или подводишь контур. Контур подвести можно вообще на раз, два, три. Смотрите, свотч. Вот. Я уселась на балкон не просто так. Я снимаю при дневном освещении и хочу, чтобы все мои свотчи были максимально правдоподобными. Поэтому сейчас то, что вы видите, камера вам передает 100% так, как оно есть на самом деле. Вот такой вот свотчик. Мне кажется, это, знаете, такой темно-нюдовый, очень приятный цвет. Потому что вот, ну, сама задумка цвета, да, она на самом деле нюдовая. Но слегка темноватая. Все верно передает. Вот как вам передает камера, так это и есть, девчонки. И с каталогом совпадение или нет. Смотрите, как это делают профессионалы. Сейчас я вам тут черкану. Вот, видите? Но он насыщенней. Он насыщенней слегка, чем в каталоге. В каталоге, мне кажется, он коричневей. Что хочу сказать по поводу этой помады. Я нанесла ее где-то, девчонки, наверное, час назад. И вот хожу с ней. Куда ты делась? По сей день. Тюбик, кстати, довольно большой. Я искренне надеюсь, что... Не, девчонки, он не будет доставать до конца. Смотрите, вот мы закрутим, да, колпачок у нас вот так. До конца не достает. Поэтому остатки продукта будем либо выскребать чем-то еще, либо выкидывать. Презентабельный флакончик, оттенок классный. Она начинает съедаться изнутри. Вот отсюда, где слизистая уже начинается, там да. А так, я бы сказала, что она похожа на матовые помадки Vivienne Sabo. Но они как-то покремовее слегка исходят равномерно с губ. Да? А здесь вот она немножко суховатая, что ли. На губах абсолютно не чувствуется, липкости никакой не вызывает, даже когда вы только-только ее нанесли. Довольно пигментированная, то есть прокрашивает все с первого раза, позволяет увеличить губки, если вам это надо, то есть создать желаемый контур. Это очень удобно делать именно такой формой кисточки. Она великолепна. Оттенок классный. Ну и по стойкости, да? Вот я только накрасила, и она слегка-слегка отпечатывается.
А так, я думаю, что этот продукт, да, будет съедаться изнутри и оставаться контур. И придется подкрашивать, да? Но это как бы не проблема, я считаю. В стике, кстати, цвет гораздо светлее. Вот так. Мне понравилось. Я довольна этим оттенком. Можно поиграться, можно подтушевать пальчиком, наносить, да? И тогда оттенок будет более светлый, более нюдовый. Сейчас мы с вами попробуем это сделать. Для начала попробуем влажной салфеткой. Вот, все, она высохла, и практически не видно следа, не отпечатывается. А высыхает она быстро. Сейчас поближе вам свои губы покажу, пока не стерла. Шелушинки и недостатки какие-то на губах подчеркивать будет однозначно. Поэтому перед тем, как использовать, губки скрабируем и увлажняем. Стирается, смотрите, влажной салфеткой. Ну и раз уж стерли, давайте сначала потестим блеск. Блеск у меня в оттенке 40-595. В каталоге смотрим. Так, это у нас нежно-персиковый. Именно этот цвет мне захотелось. Вот этот, нежно-персиковый. Несовпадение с каталогом почти 100%. В стике он уходит в коричневый с легким шиммером. В каталоге он какого цвета вам сказать? Вот терракотового, розового, что ли? Смотрите, вот он. И вот в стике. Несовпадение полное. Но, девчонки, я уверена все равно, что мне этот цвет понравится. Давайте наносить и делать сводчи. Так, зеркальце у меня тут. Ой, класс! Это то, что я хотела. Именно тот оттенок. Пахнет вкусненько. Смотрите. Легкое нанесение, да? Блин, это прям цвета моей молодости. Когда я еще была брюнеткой, вообще супер. Но я сейчас опять брюнетка. Вот, девчонки, камера передает вам все абсолютно точно. Переливается классно. Давайте наслоим. Посмотрим, как оно. Продукт, кстати, набирается крайне экономично. Здесь вот эта заглушка не позволяет взять много продукта. Слышите звук? Чпок. О, чуть-чуть вылезло. Класс. Губы не липнут. Абсолютно не липкий блеск. Блин, вообще огонь. Вот то, что я хотела. Девчонки, блеском довольны на все 100%. Здесь ощущаются такие мелкие частички. Вот эти блесточки, не знаю, да? Они ощущаются на губах. То есть он не гладкий. Я их чувствую. Знаете, как мелкий скраб, что ли? Вот. Мне нравится. Вот камера передает абсолютно точно. Я смотрю в зеркало и в камеру. Вот так он выглядит. Делаем сводч. Растушевали. Вот такой нежненький оттеночек. Мне кажется, и брюнеткам, и блондинкам это крайне удачный оттенок. Наслоили. Да? Вот так выглядит сводч. Вот стик. Хоть и с каталогом несовпадение, мне кажется, даже это в моем случае, слава богу. Давайте посмотрим, будут липнуть волосы или нет. Ну, слегка прилипают, да? Слегка так прилипают, но он не липкий совершенно. А из тех блесков, что я пробовала Faberlic, это самый лучший. Могу сказать абсолютно точно. Классно, смотрите еще раз. Вообще просто супер. Я в восторге. Давайте попробуем теперь, сейчас я его сотру, растушую матовую помаду и нанесем еще сверху блеск. Я, наверное, буду делать это пальцем. Ну вот, девчонки, это легкий оттеночек матовой помадки. И сейчас мы нанесем с вами сверху блеск. И посмотрим, как это будет смотреться в сочетании. Мне кажется, должно быть тоже круто. Очень круто. Вот так это выглядит. Мне очень нравится, девчонки.
Очень красивый цвет, достойный. Тоже, мне кажется, многим подойдет. Ну, такую получили шиммерную помадку. Красивую очень. Ну, вот и все, мои хорошие. Вот такой вот у меня был классный, крутой, вообще суперский заказ. Я очень довольна декоративкой Glam Team. Надеюсь, что и вам была полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, а я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока!